Живописный пейзаж, шум волн, теплый плед. Дополнить эту идеальную прогулку на теплоходе сможет аудиогид «Волжские истории. Ульяновск». Приятный голос повествователя расскажет историю города и области, легенды, предания и интересные факты. Это не просто экскурсия, а настоящий аудиотеатр. Послушать его может любой желающий абсолютно бесплатно. Для этого нужно просто отсканировать QR-код, скачать приложение, ну, конечно же, находиться на теплоходе и наслаждаться прогулкой. Слушатели узнают, почему Майна стала старой, о сокровищах, которые спрятаны в землях Сенгилея, об известных гостях Симбирска и чем они тут занимались. В приложении две экскурсии из Ульяновска. Одна ведет в сторону Казани, другая в сторону Самары. Составляли аудиогид специалисты компании сотовой связи, а помогали им в этом агентство по туризму Ульяновской области, историки и краеведы. У нас задача была, на самом деле, дать контент, дать все факты о регионе, основные, наиболее интересные, не только о городе вообще, и о других муниципальных образованиях области. Но здесь, видите, логика. Если идем на Татарстан, то факты о Татарстане, да, какие-то. Если из Татарстана идем в Ульяновск, то, наоборот, об Ульяновске идут факты. То есть, чтобы люди, которые идут в рейсе, они уже были морально подготовлены к посещению региона. Это очень актуально сейчас для, кстати говоря, для поездок на метеоре. Такой масштабный и интересный проект – подарок городу к юбилейной дате – 375-летнему дню рождения. Послушать аудиогид можно на любом водном маршруте или уже после плавания дома. Аудиоспектакль разбавлен авторскими вставками и дополнительными звуковыми эффектами для большего погружения в историю. Чем примечательна именно Ульяновск, Ульяновская область? Тем, что здесь есть такая кладезь красоты, речная это Волга. И, конечно же, это большая точка притяжения и жителей, и туристов со всей России, и за ее пределами. Поэтому идея эта родилась и была реализована, и было собрано очень много информации для запуска аудиогида. Я считаю, что мы на этом точно не будем останавливаться, и дальнейшие социальные проекты с агентством по туризму и туризм развивать. В сезон прогулочные теплоходы ходят каждый день в определенные часы. Насладиться экскурсией красотами области можно в любое понравившееся время. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.